Чиновники решили не дожидаться конца недели, чтобы начать слежку за грузовиками со строительным мусором. Соответствующий проект постановления принят на заседании правительства Севастополя 10 марта. Для борьбы с незаконными свалками все машины, которые перевозят строительные отходы, оснастят датчиками ГЛОНАСС-навигации. Руководство департамента городского хозяйства представило доработанный документ спустя 5 часов после аппаратного совещания утром. Усилить государственный контроль за перемещение строительных отходов, в том числе грунтов, на территории города. Это будет являться в том числе обязательным требованием ко всем подрядным организациям, которые осуществляют на территории города какие-либо строительные работы в части обеспечения системы мониторинга ГЛОНАСС и передачи этой информации региональной навигационной информационной системе города Севастополя. Постановление вступит в силу через 10 дней. В тестовом режиме систему проверят в пятницу 13 марта. Документ закрепляет требование передавать информацию о начальной точке загрузки строительных отходов, передвижении машины и конечном пункте утилизации мусора. Через 10 дней организация должна заявиться в управление административно-технического контроля для получения разрешения, которое будет позволять перемещаться на территории города данных автотранспортных средств с указанием машин и паспортами отходов и обязательное требование, если это 4-5-4 класс опасности, значит это лицензия. То есть это все будет контролироваться.